Весной прошлого года Ирина и Александр Цыбулины запланировали второго ребенка и начали думать над именем будущего малыша. Тогда они никак не могли представить, что станут первой семьей в Самарской области, у которых в новом году родилась тройня. Счастье, конечно, мы обрадовались, мы ждали, хотели, но не думали, что тройня, но когда узнали, очень обрадовались. Вся семья встречает молодую маму аплодисментами. Это счастье для всех, особенно для бабушек, которые гордятся тем, что у них стало сразу на 3 внука больше. Гордимся, да, что вот так вот случилось, конечно, в этом году. И они первые, тройня, и им большое внимание уделили, конечно, и Азаров приезжал, конечно, большое внимание. Вот, мы гордимся нашей большой семьей теперь. Мы счастливы. Напомним, что губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров уже навестил и лично поздравил Ирину с рождением малышей Дарьи, Анастасии и Дениса. Для тройняшек дети родились довольно крупными. Все дети здоровы, то есть находились они у нас, выхаживались. Провели они у нас недолго, всего 3 недели, и сегодня в удовлетворительном состоянии все были выписаны домой. Особо рады счастливые родители новым условиям государственной поддержки, которые озвучил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. С 1 января увеличивается материнский капитал за второго ребенка и выплачивается при рождении первого. Очень даже как-то удачно, наверное, может, получилось. Мы как бы не планировали же специально под это. Так вот получилось. Поддерживаю, хорошо, молодцы они. Что-то меняют, помогают. Очень приятно даже. Повышение рождаемости – одна из важнейших задач нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны. Всего в перинатальном центре в этом году родились 4 двойни и 1 тройня. Андрей Фазеев, Алексей Гриднев. Новости губернии.